Значит, далее. По поводу дедулек, что... Короче, прикинь, эти дамочки, лярвы, молодухи, которые пытаются пацанов задрать, что-то пацанам в жопу лезут, куда? Да я говорю, фу, блядь, пацанов. Они, прикинь, они как эти, они, знаешь, кто? Они эти, голддиггеры. Я вот сейчас, знаешь? Они, знаешь, что, блядь, делают вид, что они, ой, он знает, что ты такие, делают вид, что они хотели бы мне, что давай мы тебя в зад уберемся, ты нас будешь там носить, а мы за, а за это ты нам кушаешь гамбургер. А мы тебя еще оттуда пооскорбляем. Это вообще... Ой, блядь, что-то с чем-то. Далее говорят... Знаешь, оттуда вообще... Далее говорят, что как бы у них... Они смотрят на этих дедушек всяких, ну ва... как на Кощее, понимаешь? Он, блядь, и как, блядь, инструмент давлеть, все. Да кто это, дядя, ну все, пиздец, все. Что дядя там, кстати, старички, знаешь, с, ну, богатые. А? Ну, как бы. Я думаю, может, пацаны тоже на них так смотрят. Жо, давай мы тебя... Почему? Ай, конечно, ну, конечно, я стрелял по варфу. Я кому-либо вообще когда-либо в зад полез, блядь. Зад, знаешь, я... Не, не надо, не, вообще-то... Ну я и к себе в зад никого не пускаю, мы сейчас пойдем. Я как христианин самым путем могу изучать ОМ-3, строю все плавы. Самый простой, вот Киосаки я читал. Вот у Киосаки заебедная программа. Знаешь, я бы эту программу себя в зад засунул. Если бы эта программа называлась бы как-нибудь по-другому. Бля, это штука. А ты понял, концепт Кощея Бессмертного, что они на этих дедушек смотрят, что... Ну а что тебе, он не президент, ты его не слушайся. Ну да, ну с ним, а что ты обсуждаешь там, где в Урюпинске, там Баффета, знаешь, что его надо слушать. Ну эти дамочки. А не понял, что он как в одной точке, а от него как бы, что он как Кощей, что его, если к ним, они к нему как-то, что там чуть знаешь, полезут, что, о, можно Баффета, знаешь, использовать себя как что, бабло для муток, чтобы Антон Буйнов навредил. Я просто агент Интерпола, который сам создал. Я не Антон Буйнов. Я мальчик, живущий без лишних понтов. Я тот, кто делает вид, что я Антон Буйнов.
я, ну я герой, а кто такой Антон Буйнов? Я мальчик. Антон Буйнов — это Джек Спэрроу. Ну не в фильме, а действительно. А чем занимается Антон? Ну, Антон был занимательным тем, что он воин, он приехал оттуда, с Рашки, разъебенил полицаев, будучи в школе, будучи поисковиком, лишь в школу, знаешь, что я в 12 был, да? Это был лучшим учеником, который с Интерполом никак не связан. А я зачем ему в гараж был? Кого? Антон Буйнов. Потому что он так, ничего не умеет в плане МП. Ну я тоже чем я по его программе занимаюсь. Ой, лярвочки. А он такой красивый, но он. А я некрасивый. Но он файтер. Значит, я как? У меня, значит, гибкости нет, да, движение? Пластики. Что я же с неуязвимым воин. Я просто ножкой топнул и как титан стал. Огромный. Их вот так потрясли. Ну я тоже так могу, знаешь как? Не, а если я встану? Я Джек Спэрроу. А вы изучали высшую математику? Давайте я вам кое-что расскажу. Золотые сечения Сальвадора Дали. Вы знаете, что в математике есть логарифмы. Проанализируйте свой уровень знаний через написание по самообразованию. Свои знания. Ощутите. Тогда у вас выставит целостная личность. Даже несмотря на то, что каждый из вас, я Антон был. Я, Джек Спэрроу. Очертите и сделайте так. Так говорят. Знаешь, что по математике. Математику, что мы знаем? Так, высшая математика, золотые сечения, Сальвадора Дали, пока что я только знаю. Там, ну, логарифмы были, там что-то логарифм, там начислять квадратичные числа. Так, геометрия, треугольники, квадраты. Это вот наш уровень знаний. Потом будет изучать этот логарифм. Изначально точка, откуда отталкивается, сейчас надо. Да? Значит, далее говоря, что еще есть? Счет, числа, есть нумерология. Вот, нужно заниматься. Давайте теперь. Я там. А вы знаете, что такое биология? Биология — это наука о жизни, дамы и господа. Биология — это наука, которую нужно изучать. Библию нужно всегда читать. Но биологию нужно изучать параллельно с Библией сразу же. Точно так же, как кто-нибудь вам рассказал бы, что высшую математику. Я, Антон Буйнов, вам это говорю. Я, Белоснежка. Деревья. Ботаника является частью науки под названием биология. Там эти устала. Я разваиваюсь, блядь, по-немецки уже говорю. Пошел ты нахуй, блядь. Давайте покажем, что у него есть раздвоение личности, и в этом будет фишка. Мы показали это. Давай, покажем, что. Антон Буйнов вас впустил к себе в задницу, блядь. Блядь, каких там одноклассников бывших, блядь. И в этом фишка, меня, Антон Буйнов, сейчас прям, блядь. А в жопу свою тоже не ставлю. Это Белоснежка. О, нихуя себе заговорил, блядь. Не, это нихуя себе. Вы как-то
так самопозиционировали, что он пошел. Такие, бля. Нормально. Вот один, нет. Ага, пыль с пола, смотри. С каким потом? Hey man, I'd appreciate it if you didn't smoke outside of our office. Oh, okay. Ты потом. У меня из щеки, знаешь. Вытекает, блин. Говно, блин. Там что-то начинается. Интересно, да? Большого какие-то психу мне придется. А здесь парик снял. Прежде чем пытаться ощущать, господа офицеры, свой уровень по отношению по сравнению с моим, что ваш повыше. Очертите сначала свои, потом Сальвадора Дали и Да Винчи, и ваш уровень по сравнению с ними. А потом идите и убейтесь за те оскорбления. Выпады в мой адрес, который в мой адрес говорю, я самая развитая личность сегодняшнего года во всем, за всю историю человечества. И так будет и далее. Вы можете начать свои пути. Значит...